Поэтому следующий слайд – это деятельность государства в борьбе с однодневками. Здесь следует отметить, что эти направления, их можно разделить на два вида, типа. Это прямое направление, оно связано с воздействием непосредственно на лиц, которые организуют, руководят, да, деятельностью таких фирм-однодневок. И, что называется, косвенное направление, оно связано с тем, направлено на то, чтобы сделать невыгодным взаимодействие с фирмами-однодневками. Итак, обратимся сначала к прямому направлению. Ну, понятно, прежде всего, это, в общем, лежит на поверхности, это ужесточение ответственности в отношении лиц, которые организуют фирмы-однодневки. Перед вами статьи Уголовного кодекса, то есть статьи 173.1, 173.2, которые, в общем-то, и направлены против лиц, которые организуют фирмы-однодневки, предоставляют документы для их организации. Замечу, что, в общем, сейчас рассматривается инициатива для того, чтобы расширить такого вида составы и установить также ответственность не только за организацию фирм-однодневок, но также и за их использование. Ну, пока, в общем, это, что называется, в качестве инициативы. Ну и в целом следует заметить, что регулярно поступают различные инициативы для новых видов ответственности в отношении лиц, связанных с организацией фирм-однодневок. Следующее направление – это ужесточение регистрационных процедур. В качестве примера, как вы видите, федеральный закон номер 67 ФЗ. Ну, кратко о его содержании. Этот закон, во-первых, предоставляет право регистрирующему органу проверять информацию, которую ему предоставляют лица в связи с регистрацией. Ну, проверяется эта информация, если есть сомнения в ее достоверности. В соответствии с законом регистрационные процедуры могут приостанавливаться в связи с проверкой информации. Кроме того, что интересно, в случае, если в отношении уже зарегистрированных лиц установлено, что предоставлялась недостоверная информация, то об этом делается отметка в реестре. Ну и, наконец, введено ограничение по ограничению в регистрации юридических лиц теми гражданами, которые уже замечены в создании фиктивных организаций. На самом деле, здесь еще можно, ну, в рамках этой же тенденции указать, что производится мероприятие, в принципе, по актуализации данных ЕГРЮ. То есть закон 67, он, в общем-то, тоже направлен на актуализацию данных ЕГРЮ. Другим направлением является, например, упрощение процедуры исключения из ЕГРЮ так называемых недействующих фирм. Это тоже в рамках актуализации информации. Еще одно направление, оно, ну, скажем так, обсуждается регулярно, но в этом году начинает достаточно активно реализовываться на практике. Это привлечение банков для борьбы, либо, во всяком случае, для получения информации о фиктивных организациях. Ну и в качестве примера я вот привожу письмо, одно из писем ЦБ 236Т. В данном письме обсуждался, точнее, не обсуждался, а рекомендовалось банкам выявлять так называемые транзитные операции, ну, то есть операции в большинстве случаев связанные с обналичиванием денежных средств, либо с их выведением за рубеж. Ну, естественно, информация по данным операциям, а значит и по организациям, которые участвуют в них, передается соответствующим контролирующим органам.
Так, что еще? А, ну, в целом следует сказать, что, конечно, прямое направление, как вы видите, развивается, но сказать, что оно эффективно, нельзя. Ну, скажем, например, вот усиление уголовной ответственности. К чему это привело? В общем-то, фирм однодневок меньше не стало. Просто стоимость лиц, которые предоставляют услуги, ну, то есть готовы стать формальными руководителями, учредителями, она просто-напросто увеличивается за счет этого. Замечу также, что в рамках прямого направления регулярно появляются различные инициативы. Постоянно обсуждается инициатива не просто ужесточения регистрационных процедур, а, в общем-то, ужесточение требований к юридическим лицам, повышение размера уставного капитала, обязательное внесение уставного капитала на расчетный счет и так далее и тому подобное. Ну, также предлагается, например, сменить регистрирующий орган. Ну, данные инициативы отклоняются с указанием на то, что это ухудшит положение Российской Федерации в различных рейтингах, ну, например, в бизнес-дуе. Так, следующее – это косвенное направление. Ну, в данном случае, как я уже сказал, косвенное направление, оно связано с тем, чтобы создать условия, когда взаимодействие с фирмами-однодневками будет невыгодно для, скажем так, действующих юридических лиц. Здесь я написал о должной осмотрительности, о ней мы будем говорить, понятно, подробно, но замечу, что есть и другое направление, оно, опять же, развивается только сейчас и связано с так называемым внедрением в практику налоговых органов концепции Big Data. Ну, что эта концепция означает? То есть это сбор огромного количества информации, которая систематизируется. По большей части она, конечно, систематизируется применительно конкретному налогоплательщику. То есть в отношении налогоплательщиков формируется определенное досье. Оно формируется, например, активно это обсуждается в рамках НДС. Относительно недавно внедрена новая система АСК НДС-2. Вот. Ну, и в целом, то есть, как я уже сказал, у налогоплательщиков формируется определенное досье. И при этом, если в сделках налогоплательщика замечено участие недобросовестных лиц, то, естественно, к данному налогоплательщику будет повышенное внимание. При этом, в принципе, к его деятельности, да, будет повышенное внимание, его декларации будут проверяться с большим вниманием, ну и повышается, конечно же, я думаю, риск проведения выездной налоговой проверки. Так что варианты косвенного направления также расширяются, и возможно, что придумают еще что-нибудь.